до войны Мариуполь был очень красивый, отреставрирован, парки ухоженные, был европейским городом. Очень много скверов, фонтанов, очень много парков отдыха, санатории у нас были, набережные, все было отстроено, отреставрировано. Ну, город жил современной жизнью. Ну, работали, все работали. Выходы в свободное время отдыхать ходили. На пляж. У нас очень много пляжей, ухоженных пляжей были. Чистили каждый день песочек в пляже. Поставили новые эти зоны отдыха. Лавочки, эти шезлонги, навесики, бунгальчики сделали за последнее время. Очень преобразился город за последние лет 8, это точно. Очень преобразился. Стал современным, красивым городом. А основная, вот когда началась война в 14 году, все силы были брошены, и средства брошены на реконструкцию города. Город рос, новые предприятия развивались, дороги стали очень красивыми, ухоженными. Все было очень красиво. Старые дома реставрировали, у нас очень красивые музеи, у нас очень много музеев, у нас очень красивый театр был. Драматический театр, к сожалению, не знаю, его постигла очень такая плачевная участь. Не знаю, скорее всего, его не смогут отстроить, я так думаю, не знаю, конечно. Первый день войны мне позвонил, в 5 утра позвонил мне сын с Харькова. Сын мой жил в Харькове. 5 часов утра звонок раздался. Я посмотрела, смотрю, сын мой звонит. Я спрашиваю, что-то случилось? Он говорит, мама, началась война. Нас бомбят. Я была, конечно, честно говоря, в шоке. Я начала прислушиваться. Но у нас война продолжалась всего 7 лет. Мы же серая зона возле нас, Широкино, там, на Вазовск, там же стояли войска. Я прислушалась, где-то далеко стрельба, но я жила на побережье, на курортной зоне. И поэтому, фронт начался со стороны Донецка, оттуда начались. Где-то далеко я слышала звуки взрывов. Я еще думаю, Господи, я ему говорю, Андрюш, выезжай, сыну говорю, надо выезжать или в бомбоубежище. Он говорит, мама, бомбоубежище заваливает людей, падают снаряды. Самолеты летели и сбрасывали бомбы на Харьков. В первые дни 24-го у нас такого не было. Уже началось интенсивно, где-то 27-го уже начали слышно канонады сюда ближе к морю. И после, наверное, 28-го нас сразу отключили. Нас сразу где-то 26-го, по-моему, отключили воду и свет. Газ еще был у нас по-моему, до 7 марта. Связь отключили 2 марта. Киевстар мне уже не было. И 5-го отключили МТС. И ничего, мы по эвакуации объявили эвакуацию, люди начали собирать деточек, с деточками шли, чемоданами шли, поднимались по нашей улице, транспорт первый день уже не ходил, 24-го еще транспорт ходил, а 25-го уже нет. Был поезд на Львов 24-го, все начали бежать, эвакуироваться, все садились на этот поезд, и мне знакомая все звонила целый день, говорит, садись на поезд, уезжай. Я, честно, думала, что постреляют, как еще 8 лет назад, и все это прекратится. И 24-го поезд на Мариуполь-Львов выехал, а 25-го уже подорвали мост, и уже никакие поезда не ходили. Объявили эвакуацию, люди пошли к драмтеатру с детьми, с вещами.
И утром они пошли, а вечером уже я смотрела в окно, видела, что они возвращались с детками и сумками, и их никуда не вывозили. И до 15 марта у нас никто не мог выехать, никто. Люди оттуда, с восточного, с левого берега, начали перемещаться сюда, к нам, к морю, в Приморский район. Люди жили в частном доме, это поселок, я на поселке Слободка жила. Слободка, гавань. Вот это все люди из города приехали сюда, жили в домах под 23 человек, спали на полу, холодно. Был мороз 13 градусов в марте. Топить нечем было. Газ отключили где-то 8 марта или 7 марта отключили газ. И мы все вынуждены были бегать и топить где-то костры. Хорошо, что у нас мы местные. Частный сектор, мы в огородах там мастерили какие-то там печурки и на этих кострах готовили кушать. Воды тоже не было, но у нас подземные воды, родники подземные текут возле моря и выбивают родники, поэтому у нас вода была, мы набирали эту воду, кипятили, пили. И все людей уже через неделю уже у них ни еды, ни воды у них не было. И они все спускались к нам сюда вниз, набирали в этих родниках воду и несли в руках, то на каких-то тележках, то на велосипедах. Машины практически не ездили на это. Когда далеко где-то на заводах, там на Ильича где-то стреляли, и шла женщина, пара, парень и девушка, и у них двое детей. Один постарше, одному лет 12, а другому лет, может, 6. И они шли, несли воду, и началась стрельба, а мальчик говорит: «Мама, стреляют», она говорит им, этому мальчику взрослому, который постарше, она говорит, назвала его по имени, говорит: «Это металл разоружают это, в заводе», чтобы дети не воспринимали, не паниковали. Ходили как зомби, нам надо было приготовить что-то покушать. Мы выходили утром, искали дрова, разжигали, готовили там чай, грели, потому что других средств не было. Скооперировались соседи, все ходили вместе, там разожгли костер. По крайней мере, у меня во дворе там сделал буржуйку мужчина, и мы там на этой буржуйке готовили это кушать. И все прибегали чай ставить у нас. И при этом общались. Это было до 10 марта. Еще 8 марта у нас сосед пришел, и это где-то на огороде понарывал этих подснежников и вручал каждой женщине подснежник. Было так приятно. Тут грохочет все, а он, я говорю: «Где ты взял?» А он нарвал такие. И пролески, и подснежники, и всем вручал женщинам. Приятно очень. Так немножко разыто, но все это было до определенного времени как-то, пока у нас ко мне во двор не прилетело, как прямо к порогу нам снаряд прилетел. Мы только, сосед пришел ко мне, мы готовили кушать, завтрак готовили на костре, один мужчина остался, а мы уже собирались кушать, уже приготовили. Сосед пришел, я пошла в дом там на стол накрывать, а мне племянник приходит и говорит: «Там сосед тебе пришел». И я только отошла от своего места, где я на кухне, к нему, к входной двери. И я открыла дверь, и говорю, холодно было, я говорю: «Заходи». Он зашел, только он зашел, и снаряд попал прямо у нас на порог. Дверь сковеркала, дверь превратилась, там кусок металла. Этого племянника и этого соседа ранило осколками. И мы только открываем дверь, я не знаю, сколько прошло. Я не знаю, мне кажется, секунды. Мы открываем дверь, и соседи кричат: «Ты жива?» Я говорю: «Да, все нормально». А смотрю, а у меня на пороге лежит мужчина, в конвульсиях бьется. Я говорю соседу: «Давай, надо ему чем-то помочь». Он говорит:
Уже ему ничего не поможешь. У него в сонную артерию попал осколок. И он не успел зайти просто в дом. Там секунда. Если бы мы чуть позже, ну, допустим, вышли или зашел, или соседа могло убить. Ну, это секунда. Мы только-только закрыли двери, как грохнуло там. Никто его не забирал. Потом я это... А трупов все больше и больше становилось. Очень много убивала на родниках, где вот воду набирали. И осколками. Не прямое попадание, а вот где-то разорвался снаряд. И осколки летели на 300, на полкилометра. Осколки летели. Мы находили, у нас вроде ничего не было. Мы находили всякие и большие, и маленькие осколки. Это. Крыши побило все, окна повыбивало. Начала. А накануне, этот, у нас 10-го прилет был, а накануне за 3 дня соседей снесло крышу снесло, окна соседей повыбило. А потом через 3 дня ко мне вот это прилетело, и рядом еще сосед тоже крышу сняло. У него все окна вылетело или крыша. Машины погорели, у него во дворе машины стояли и сгорели машины. Начались очень много трупов стало, но очень много начало убивать людей. Они просто шли, где-то снаряд, они лежали, никто их не убирал, никто не приезжал, не спрашивал и ничего. Они их люди накрывали и бросали так. Одни пытались перетянуть, чтобы в другую, более, ну, не посредине дороги. Этих людей, которые, ну, пытались, ну, убрать, их тоже убивало, потому что у нас бесконечная была бойня. У нас просто был ад. У нас, я даже не представляю, нас со всех видов оружия стреляли. Из воздуха, из моря, из вертолеты, и самолеты, и ракеты откуда-то летели, и гаубицы, и что. Совсем нас не прекращалось вообще. Мне казалось, что не, они могли там остановиться какое-то на ночью, на какой-то период времени, ну, может, на час. Мы засыпали, и потом опять начинаю такое, и то не спали, в полудреме. Потом начали они лететь с этого, откуда-то со стороны моря. Самолеты прилетают, сбрасывают эти бомбы, и назад летят опять. И так целую ночь. Возле драмтеатра полевая кухня. Привозили кушать им. Люди же спустились в подвал драмтеатра. Там было 160 человек, 1600 человек находилось в этом. И им организовывали вот эти полевую кухню, воду привозили. И там они стояли в очередях на кто это. И близлежащие, ну, дома, которые, кто там остался жителей. Все приходили там кушать. Но вот это было до определенного момента, пока не разбомбили этот драмтеатр. Там очень много людей погибло. По этим данным было, что 600 человек погибло людей там.
Справа в том, що в мене немає дом. Я, когда мы выехали, а мы сидели еще где-то числа 17-го ночью, услышали тоже бомбежку. Где-то часа в 3 ночи. А эта соседка мне вышли, я говорю. А у нас загорелся, у нас под сначала море, что-то это низина, а потом холмы. На холме, там, где драмтеатр, километра полтора, наверное, драмтеатр. Ну, мы в центре жили. И дом там на возвышенности. И попал в него снаряд. И он начал загорелся, и вот этот шифер горел, и тогда стрелял. И мы вышли, все дети убегали, смотрим на это все. И я поняла, что если мы сейчас ничего не сделаем, нам будет копать. Нас убьют. Она говорит, ну что? Она ждала все мужа. Он обязательно приедет, нас заберет. Я говорю, ну, конечно, заберет. Но я в это слабо верила, конечно. И я говорю, она говорит, ну что, горит? Ну, не знаю. Пошли, у меня есть кофе, есть шоколад французский, там за границей сестра выслала. И мы растопили печку, заварили кофе заварной. И сидим, пьем, эту шоколадку едим. И она говорит, ну что делать? Я, говорит, не знаю. Ну, я не вообще не комментировала, потому что дети... Ну, дети реагировали на это. Дети не понимали. Они пели, играли там, читали. Ну, такое, занимались своими делами. И когда там начиналась бомбежка, отделили им комнату, позакрывали окна, позавешивали, позастилали там всякими этими ОСБ-плитами, ну, чтобы было это. И все время бежите в темную комнату. Но они не выполняли задания. Они только посидят и опять... Ну, не творай. Детям нельзя было объяснить это. Еды у нас было полно, у нас запасливо, у нас все было еды. Если бы не стреляли, мы могли бы там месяца два свободно прожить при своей еде. У нас мука была, мы пекли лепешки на этом на плите прям такие. Это у нас, в принципе, мы в этом... А город, конечно, в городе было ужасно. Ну, как вам сказать, бомбы бросали, дома складывались, люди там погибали прям. Людям руки отрывали, головы отрывали, они не могли спастись, они кровью стекали, все. Никто не спасал. Может быть, кого-то можно было спасти, жгут там наложить. Но дальнейшего медицинского обслуживания не было. Мы что, сидим, пьем кофе, и это, тут раз стук в окно. Таня говорит, ой, Степа приехал. И действительно, он говорит, так, даю вам 10 минут. И мы выехали, мы выехали голые, в чем стояли, то не выехали. У нас ни вещей мы не брали, потому что машина была старая, она переполненная. Вообще мы ехали, на вот эта задняя часть машины терлась по земле. Ехали машины вообще сковерканные, стекол нету, весь в этих автоматных очередях. И мы начали выезжать в сторону Мангуша. Я даже не могла вспомнить, как мы ехали. Я очень хорошо Мариуполь знаю, но я не отреагировала, по какой дороге мы едем. Ну как мы могли? Мы такими вопросами не задавали на блокпостах. Мы не задавали такие вопросы, что мы хотели, чтобы выехать, хотя бы живыми остаться. Что там люди стояли с оружием. Я же не знаю, какие они, что они хотят. Я видела там мужчин, высаживали с машин, проверяли там наколки или руки поднимали там они, шеи показывали. У нас такого не было. Мы ехали один раз с детьми, нас никто не. Второй раз с бабушками, там женщины, тоже дети. Такие вопросы на блокпостах мы такие не задавали вопросы. Как мы могли такое задать? Мало ли, что у него в голове. Человек стоит перед тобой с оружием, а ты стоишь безоружный, сидишь. Можно было что угодно. Может, мы могли вытащить тебя куда-то завести. Я ж не знаю. Мы таких вопросов не задавали. Чего они пришли? Отношение очень негативное ко всему этому. Очень негативное. Я вам хочу сказать, что я не думала, что я в таком возрасте останусь на улице одна.
Ой, ну, на улице. Нету ни жилья, и теперь бегаем. И это ж не я одна. У нас 500 000 людей остались без жилья. 90% города Мариуполя нету. И разрушить это одно. Это можно за секунду. Вот они стрельнули мне в дом. Я его строила 10 лет. У меня новый дом. Я его выстроила накануне, утеплили, покрасили там все. Сделали картинку с дома. Я не знаю даже, как вообще на это реагировать и вообще, что дальше делать. Что дальше? Ну, хорошо, нам дают там помощь какую-то, но это ж не соизмеримо с тем, что мы потеряли, понимаете? Мы потеряли дом, мы потеряли работу, мы потеряли город, мы потеряли все. Слава Богу, что у нас хоть еще, ну, как бы, живые все. А люди ж потеряли своих близких. И очень много, очень молодых много людей погибло. И я уже вам рассказывала, эта женщина приехала, она говорит, я сына как собаку своего зарыла под домом. И даже люди не могли своих близких похоронить, понимаете? Это ужасно, это страшно. Я не знаю, я же там не знаю сейчас, что это было. Одна приехала женщина с девочкой лет 14-15. У нее сестра, муж и трое детей, их в дом попало и плитами накрыло людей, не могли похоронить. В первое время стреляли, не горело ничего, просто снаряды прилетали, но дома не горели, разрушались и все. А в последнее время начали, я не знаю, другие оружие или чего другого стреляли, дома горели, вот попадает и все горит, понимаете? И вот она рассказывала, что это в девятиэтажке попало и начал дом гореть. И люди на девятых этажах кричали, помогите, и никто не мог помочь. Нету, воды нету, пожарных нету, никого нету. Никто ничего не помогает. И они прыгали с девятых этажей, прыгали на землю. Да, это ужасно. Война это ужасно. Война ж это не праздник. Война это трупы, это... Не знаю, это оторванные руки, головы, калеки. Это страшно. Вонь, грязь, понимаете? Мы не купались вот это все время. У нас же не было возможности мыться. И когда мы на Демьяновке сидели, там детей привозили с драмтеатра. Трое деточек, мама погибла, их возили на Польшу. Они вообще носочки сняли с них, а у них руки грязные, они просят водички. А можно еще глоточек пить? Все ограничено было, все это, в еде, в воде, понимаете? Это очень страшно. Приезжали волонтеры, приезжали парни. И они когда уходили, там побывали несколько дней, они уходили, плакали. Мужчины плакали, правда. Они просто плакали. Я никогда не видела, когда мужчины плачут. Представьте, что они увидели там. Все хотят домой. Все хотят домой. Где бы наши, моих знакомых, друзей, подружки, по всему миру сейчас у меня знакомые. И все хотят домой. Все хотят домой. Ни одна мне не сказала, что не хочет домой. Какая бы там страна ни была красивая, и какая бы она была не европейская, они в Европе. Все в Европе очень. Ну, у меня знакомые все в Европе. Сидели в подвалах по 2 месяца, дети сидели, взрослые, и чудом, кто успел спастись, они выезжали за границу. И все за границей. Но все, кому не скажешь, они все хотят домой. И я думаю, что все вернутся домой, конечно. Будут отстаивать, все равно будет красивый у нас Мариуполь. Я думаю, будет еще лучше. Ну, конечно, он будет уже не Мариуполь, не тот Мариуполь, который у нас был. Будет Мариуполь, только другой Мариуполь. Я верю в это. Справа в том, що в мене немає дому.